смотри, вот мечтаешь ты, ну не знаю, о какой-нибудь игрушке, да? Или о компьютере, да? Или о телефоне новом, да? Вот о чем ты мечтаешь, чтобы тебе купили? О телефоне. Ну, телефон мне не нужен, он у меня у бабушки в 6 лет подарил. Вот смотри, а как уговорить маму и папу купить тебе что-нибудь нужное? Ну, тот же самый телефон. Как? Не знаю. Вот так. Ну, давай, вот я как будто бы... Давай, я как будто бы твоя мама. Никита, или папа. Или папа. Никита, что тебе купить? Самолет. На пульте управления. Никита, ты же все равно этим самолетом разобьешь всю квартиру и сломаешь его через несколько минут игры. Не куплю я тебе самолет. Так ты куплю. Как уговорить родителей купить тебе то, что тебе необходимо? О чем ты мечтаешь? Пойти в дельфинарий еще раз. Ну как вот уговорить папу с мамой, чтобы тебя отвели в дельфинарий? Поплакать? Нет. Жалостливо попросить? Это папа раздражает. Ну давай, я твой папа, попроси меня, чтобы я тебя сводил в дельфинарий. Я тебя и так бы сводил, даже не думал умолять. Представь, я твой папа. Ты мечтаешь, ну, о чем ты мечтаешь? О компьютере, планшете, игрушке. Ну, о чем ты мечтаешь? Что тебе хотелось, чтобы тебе купили родители? Приставку. Игровую приставку, да? Да. Вот как нужно уговорить отца, чтобы он купил тебе PlayStation? Просить на день рождения часто, я так выпросил телефон. То есть чистить с просьбой, да? Да. Мне кажется, ты надоешь отцу, и он скажет, отстань от меня, вообще ничего тебе не куплю. Такое может быть. Может быть, жалостливые глаза? Не умеешь? Нет, я немножко могу страсть. Ну-ка, давай, проси у меня. Давай, как бы твой... Мишенька, чего бы ты хотел получить на день рождения? Пап, купи мне, пожалуйста, PlayStation. Да, конечно, Мишенька, за такие глаза-то жалостливые. На.